Глава государства поздравил президента Туркменистана с днем рождения. Александр Лукашенко подтвердил готовность к расширению плодотворного взаимодействия между Минском и Ашхабадом, в полной мере отвечающего интересам дружественных народов обеих стран. Сегодня стартовал 8-й форум регионов Беларуси и России. Он продлится по 1 июля. Встречи пройдут в формате видеоконференции. Тема в нынешнем году – научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации. Белавия отменяет запрет на перевозку животных на чартерных рейсах с 1 июля. Отмечается, что количество домашних питомцев ограничено и зависит от типа воздушного судна. С правилами перевозки можно ознакомиться на сайте авиакомпании. До главного музыкального события лета остаются считанные дни. Дирекция фестиваля «Славянский базар» запускает финальную акцию. Только 30 июня при покупке билетов на все мероприятия в летнем амфитеатре в кассах Центра культуры «Витебск» и на сайтах билетных операторов «Квитки.бай» и «Тикет.про» предоставляется скидка 30%. Теплую дождливую погоду обещают синоптики на этой неделе. В большинстве районов страны пройдут грозы. В выходные сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода с локальными грозовыми дождями.